виду простой коттеджный район в Ленинском районе Ульяновска. Но внутри кипят нешуточные страсти, словно вернувшиеся из 90-х. Разрастаться поселок Искрополис начал еще в 1995 году. Тогда городская администрация и товарищество индивидуальных застройщиков заключили договор аренды земли общей площадью больше 125 тысяч квадратных метров. Право на землю могли получать люди, вступившие в товарищество. Стоимость вхождения в сообщество прописывалась уставом. Дальше участники сообщества заключали договор субаренды на землю и строили дома, а вместе с ним и спокойное будущее. Однако получилось не у всех. 9 семей не успели оформить все правоустанавливающие документы. Товарищество обанкротилось и задолжало 20 миллионов рублей. Долг решили вернуть недооформленными домами, которые товарищество по праву считает своими. У них есть законное основание здесь проживать, строить на отведенных им общим собранием членов данного товарищества земельных участков. Но ввиду введенной процедуры банкротства в 2013 году и отсутствия органов правления, граждане не смогли оформить принадлежащие им земельные участки. Семья Калимульных приобрела участок в коттеджном поселке в 2012 году. В этом же году стали строить дом. И все было хорошо до тех пор, пока на пороге не появились незваные гости с угрозами отобрать единственное жилье. Камиль и его жена – многодетные родители. И вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, все семейство каждый день как на иголках. Вместо прогулок ходят по судам. А в дом, в который они вложили без малого 5 миллионов рублей, без разрешения врываются люди с угрозами, что, мол, если даже суд и выиграете, мы ваш дом все равно снесем. И мы вот находимся сейчас в ситуации, как бы, такой, на вулкане, да? То есть нас постоянно пытаются нами манипулировать. Вы то сделаете, потом, может быть, мы подумаем. А это нет, да? Давайте деньги, давайте то, давайте все, пятое, десятое. В общем, вот такая история. То есть они говорят еще, грубо говоря, своими деньгами покрывают. Да, то есть кто-то говорит, да, ну нам все равно, можете деньгами 20 миллионов приносить. После банкротства ТИС «Искрополис» проблемы по оформлению земли 9 домов должно было помочь урегулировать другое товарищество, ПК «Северный». Общество выкупило право аренды на землю. Однако в 2017 году суд сделку купли-продажи признал недействительной. Такое решение обязывает вернуть право аренды на землю и взносы обратно в первое общество. Но «Искрополис» взносы не признает, то есть аннулирует. А общество «Северное» утверждает, что все деньги предыдущему товариществу передали. Мы считаем это незаконными действиями, то есть незаконно оценивать чужие дома, вообще как бы распоряжаться чужими домами мы считаем незаконными, даже при таких слабых правовых основаниях по земле. Да? Вот, правоохранительные органы вроде бы начали какие-то движения, но мы никак не можем добиться того, что как бы, ну, какое-то было действие с их стороны. Камиль и его семья желают одного, чтобы их и дом оставили в покое. Но и это, с его слов, не главное. Важно, чтобы справедливость восторжествовала. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует. Мы открыты, то есть у нас нет такой негативной политики. То есть, пожалуйста, мы готовы навстречу идти. Там в рамках администрации встречаться, в рамках, то есть мы звали на такие, в другую сторону, такие. Но у них позиция такая, вы здесь никто. Прямо мне супруги так сказали, она звонила, вы здесь никто, вы, короче, должны, дома наши, вот я могу показать сейчас переписку, дома наши, вы здесь никто, вот не дергайтесь, как бы вам будет лучше. На здравый смысл до последнего полагается 66-летний Владимир Поляков. Вместе с женой они оказались в той же лодке, что и Калимулины. Территория в 12 соток стала не местом домашнего очага, а причиной серьезных проблем со здоровьем. Вместо того, чтобы сидеть на веранде и любоваться природой, бегаем по судам, занимаемся межеванием, пытаемся все это дело оформить. Ну, немножко, конечно, некомфортно себя чувствуешь, когда вроде как всегда всем все, за все должен. Причем нам же сейчас уже прямо говорят, что вы никто, звать вас никак. Дома эти наши, мы приняли их на баланс, а вы здесь из нашей милости живете. Долг обязывал нас узнать мнение другой стороны, участницы конфликта. Но говорить на камеру руководство одного из товарищей с нами отказались, ввиду плотного рабочего графика. Не дали добро и на огласку телефонного разговора, в результате которого наша съемочная группа выяснила, что и обе компании обратились с заявлением в полицию. Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы. В органы внутренних дел поступало заявление по факту противоправных действий руководства и членов товарищества индивидуальной застройки жилья. В настоящее время по данному заявлению принято процессуальное решение, которое направлено в надзорный орган с ходатайством о возврате материалов для проведения дополнительной проверки в рамках норм действующего законодательства. Кто прав, а кто виноват? Вопрос пока остается открытым. Рената Леулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.